сынок, это реликтовые леса. Их никто не сажал, они сами выросли. Они старше нас с тобой. Ты должен помогать лесу сажать новые деревья. Тогда лес поможет тебе. Я могу на тебя положиться? Конечно, дедушка. Опять в лес водил внука. Хасан, ты что задумал? Ты что, из дома престарел? Ну, твое дело. Сынок, этот лес нас кормит. Благодаря этому лесу мы построили дом. Мы там живем. Отец, он здесь не останется. Я же говорил, что он должен учиться в городе и стать большим человеком. Ты точно решил? Да. Ему будет интереснее с другими стариками. Отец, когда я стану большим, я тоже придется вас отдать в дом престарелых.
Не было? Там ашип калыптыр. Там ағына балжаға жардан бере. Сарайға барып балжаңа алып кере албайсың ба? Балжаңа қана? Да. Шарипа, доча. Уже полудень, ложись спать. Много ли орехов мы соберем в этом году? Хотелось бы, а то на деньги прошлого урожая мы смогли купить только уголь на зиму. Ваша дочь скоро и школу закончит. Каждая девочка мечтает выйти замуж. А свадьбу сыграем и осенью. Ола куда қызы өз мектебін бітіп алсын, анан тойларын көзінде қалауысты.
Эй, Дудук, дагы деле алма терип жүрөсүңбү? Дагы деле алма терип жүрөсүңбү?
Бейли, давай сам. Здравствуй. Я тебе сделаю. Beş tetray, bir albüm. 15 somdan 90 som bulup koşu darbızın 330 som bulunda 220 som bulup çalıyoruz. 320? Thank you.